я пока красавца рыжего. А он... Ну, он красиво перелинял. Вот... Мне цвет еще нравится. У него, знаешь, есть какой-то металлический цвет такой, да. Как у Сапсана. Да. Цвет металла такой красивый, отблеск такой интересный. Он ждет, спрашивает хозяин, где мое мясо? Да, такие добрые глазки. Нет, ну у него такие они чуть-чуть прикрытые. Когда скала прикрывает глаза, у них такой добрый взгляд становится. Да, так. Выбило, надо подойти. А он уже все знает. Хоть тут вот. Да. Да, я знаю, нельзя подходить пока что. Что-то странно, как он себя вел, ты заметил? Низом там, да? Ну он, нет, он наоборот, он вот в ту сторону боялся подняться, в ту сторону. А в эту сторону он поднимался вообще легко. Кажется, что-то не голодный, что ли. Если сейчас щипать начнет, я ему... Я поднялся от общества, да? Я думаю, если надо из-под деревьев видел... убрать машину, наверное. Да нет, а все стряхнул. Вань, посмотри, пустой же дерево. Нет, имеется в виду, чтобы не упал он в дерево на машину. А все деревья тут упали, Вань, правда говорю? И мы три еще свалили рядом. О, целиком цыпленка. Ну ты че уж? Не сможет. Нет, сможет. Это же сокол. У сокола широкое горло. Да и большое сердце. Там сердце-то, да, вот как оно отпустило.